стреляем, смотрите. Раз, два. В принципе, нравится, но опять же, я говорю, мне кажется, что не совсем для мясорубки это оружие. О, мозголом даже сделал, офигеть. Как же быстро спиливает, а? Всем привет, ребят, с вами Антон. Сегодня мы продолжим тестить пушки, которые были в обновлении, ой. Короче, сегодня мы будем тестить Quarter Circle 10. Вообще, название такое длинное. Зачем такие длинные названия, я не понимаю. Ой-ой-ой, жестко. Слушайте, я уже понял одно, что у этой пухи очень быстро вылетают патроны. Но при этом я так понимаю, что она очень быстро спиливает. Но, блин, патронов для мясорубки, конечно, мне кажется, не хватает. Маншот в голову есть. Скорострел у нее просто бешеный, реально. Скорострел очень-очень сильный. Взрыватели делаем. Не, патроны улетают. Вот я убиваю от двух типов, и у меня уже патронов нету, потому что я в голову стреляю. Вот, я одного убил, все, патроны кончились. Типа, очень быстро кончаются. Мне кажется, с этой пушкой вот на РМ будет хорошо, потому что там кто-нибудь один-два врага будет выходить, будет нормально. Но на мясе, куда гораздо, я думаю, лучше использовать тот же самый Ктар Спешл. Типа, он будет более имбовый, потому что патронов просто-напросто больше. Я почему-то стреляю в голову, надо в тело стрелять. Быстро. Блин, в голову. У меня привычка стрелять в голову. Я уже не могу стрелять по телу, блин. В голову опять. Блин, авики душат. Но не спиливает бодро. Мне нравится. В принципе, нравится, но опять же, я говорю, мне кажется, что не совсем для мясорубки это оружие. О, мозголом даже сделал, офигеть. Минус 5. Можно комбо? Не-не. Слушайте, можно чисто от бедра стрелять нормально. Опа, как быстро спилило, видели? Блин, перезарядки сломанные, неудобно. Когда уже починят, а? Я уже минус 10 сделал на одном месте, что за прикол? Наконец-то меня убили. Вы видели просто? Я ему, по-моему, 2-3 пули даю, и он умирает. Что-то очень-очень бодро спиливает. Не, она очень бодро, но вот опять же, патроны на мясе улетают очень быстро. На РМ, думаю, попроще будет с этим. Блин, ну дали я, по-моему, дал, кстати, ему что-то голову, либо я в тело попал. Вы видели просто? Прям, ну, очень быстро спиливает. Блин, мне почему-то у этой ППшки нравится очень сильно отдача. То есть она прям вот так немножко трясется, а не просто нулевая, да, там, как у АК-15, да. А я прям чувствую тряску, это мне очень это нравится, правда. Но опять же, это пушка для скилловых, наверное, ребят будет, нежели там, если вы играете редко в игру, потому что с этой пушкой именно нужно уметь играть, потому что мало патронов. Хоть она и быстро спиливает, но, блин, вот дефицит патронов очень сильно сказывается. То есть нужно прям попадать с нее. Если не попадаешь, ты будешь проигрывать в перестрелках. А, не ваш голову, по-моему, дал или что-то такое. Не, она реально неплохая. Вот, ну, для упоров самое то, честно. Вот на какой-нибудь дэшке там на пункте будет вообще нормально, так пойдет чисто. Да, ребятки, хочу сказать спасибо всем, кто покупает кейсы по уходам из Slow Mountain. Кто купил 10 кейсов, ребята, вы на экране. Спасибо вам огромнейшее за поддержку. Также, ребятки, не забудьте канал подписаться, кто еще не подписан, буду благодарен. И лайкосов можете прожать, думаю, это тоже вам не сложно. Мне приятно и полезно, в общем, для развития канала. Раз. Ай-яй-яй, НТ. Вот это я медика перепилил. А, ну это в голову попало ему последней пулей. Ну вот, Надаль тоже вроде неплохо спилил, как по мне. Не, она бодро спиливает очень. Блин, ну, что сказать, самая имбовая ппшка по факту по распилу в тело на средней дистанции, на ближней средней дистанции вообще в игре. Ну, 67-37 вообще без напряга, но говорю, эту пушку, мне кажется, куда профитнее будет тестить на подрывах, потому что патронов мало. Для мяса не то. Ктар лучше реально будет. Погнали, РМ, ребят. Ребятки, наверное, многие из вас сталкиваются с такой проблемой, что у вас нет собственного хорошего ТС-сервера. Поэтому я вам хочу лично порекомендовать бесплатный TeamSpeak сервер Warface Voice Community. Это вот, собственно говоря, весь адрес Warface Voice Community, ВВЦ, подключиться жмете. Как видите, тут множество комнат, там 99 комнат, то есть вообще можно собираться в любой из них. Также вы можете создавать отдельные частные каналы, просто нажимаете ПКМ по комнате, создать канал, не знаю, там любое название и пароль, там единичку, допустим, да, и вот у вас остался внизу уже ваш собственный канал. Адрес ТС, еще раз, ребят, WVC, ну а всем приятного просмотра. Попалась дэшка, у нас чел не загрузился, будет потненько. Позиция орла, ребят, смотрите, запоминайте чисто.
Не, в тело бодро спиливают, реально. На, сприфа просто. Как я его убил жестко. Вот это я сильный. Нет. Наверху будут типы, сейчас мы их перестреляем, смотрите. Раз, два. А, он обошел, походу. Нормально. Просто штурмовик отлетает. Вот зачем нужен класс штурмовик? Просто, ну, бесполезный. Вот по факту, реально. Хорошо. Так, чуваки, у меня тут вылетел варфейс, и поэтому два раунда я тупо... Я отсутствовал, даже три раунда я отсутствовал, но мои чувачки... А, это враг! Я не ожидал такого мува, это гениальный мув. Так, счет 2-2, я играю 0-1, поехали. Сейчас чисто вот... Вот смотрите, чуваки, просто залетаю желтый и делаю минус 2, смотрите. Ну, я его убил, это главное. Вау! Попали в голову, ура! Смог арочку накину и под КВ сразу буду играть. Ну блин, он этапает, да за что, а? 1-5, чуваки, ну такое не выигрывается. Блин, был бы отхил у меня, выиграл бы. Блин, чуть-чуть не попал, обидно. Хорошо. Сейчас будет пушить или не будет, как думаете? Вот и синего должен. Нормально, блин. Не, пушка реально имбовая, на секунду спиливает. То есть я вот даже промазал много раз, все равно нормально спилил. Ну блин, чуть-чуть не хватило. Вот патрон сейчас реально не хватило, вот без рофлов. Не, уж, господи, она так спиливает быстро. Еще от бедра хорошо стреляет, поэтому можно вообще нормально рандомить так неплохо. На, просто туда. Не успели, к сожалению, разминировать, очень обидно. Осторожно, граната. Пойдет, хорошо. Просто кайф, а не оружие, реально. Мне нравится, правда. На, просто, блин, штурмовики реально ничего сделать не могут, просто, ну, вот я даже не знаю, что сделать, чтобы штурмовики могли нормально конкурировать против инженеров, ну, даже близко, ну, у них нету ни брони, ничего нет вообще. Игрок с бомбой убит. Бомба взята. На, просто, no chance просто. Попался пункт, на самом деле, я реально очень хотел потестить квотер, я не знаю, на пункте, потому что реально карта маленькая, я думаю, для этой пухи это самое то. Не, выплевывать патроны, конечно, квотер или квотер, серкл, СМГ кастом, очень быстро, реально очень быстро. Сейчас инженер запушит квадрат, ребят. Чекайте, скриньте. Я гений. Блин, патроны кончаются очень быстро, блин. Уу! Прочитано. Ну, господи, он тут сидел, как я его не увидел. Я мог сейчас такую грязюку сделать на самом деле. Пойдем в квадрат, пойдем в квадрат. И подойди в упор, к стенке подходи. Умничка, хорош. И мой хил.
Пойдет, 12 на 3, ребят. Короче, что-то пока что очень просто. Давайте ласкаточку сыграем и посмотрим. Ну, короче, вердикт скажу. И попадается моя любимая карта из всех. Мосты реально кайфово. Сейчас потестим, кстати. Вот на мостах реально хотелось бы потестить. А что у них чилы? Тут два медика тут на первом этаже. Что они делают, я не понимаю. Что они делают? У них два медика тут сидело. Один справа упор и другой на первом этаже. При том, что мы уже бомбы ставили на единицы. Ладно, это РМ, я логики не ищу. Но... Давайте попробуем сейчас зарашить тройку. Мне кажется, это, конечно, плохое решение, но почему бы не попробовать? Вот это быстро спилило, вы видели? Просто в секунду. Не можешь от голову, как обидно, боже. Ну куда, чуть-чуть не хватает постоянно. Вот просто чел меня убил в пяточку просто, походу. Вот убиваем. Чуваки, концовочка. А, это не концовочка, еще раунд, точно. Как же быстро спиливает, а? Это мой килл. Нет, хотел лейс под конец. Неплохо. Короче, ребят. Лютая имба, на самом деле, эта пушка, она не прощает ошибок в стрельбе, но в то же время, типа, все равно, если ты там попадаешь в шальные 4 пули, ты убиваешь типа, короче, реально имба, но с которой нужно уметь играть, надо с ней именно грамотно играть, и тогда у вас все будет хорошо. Пишите в комментариях, ребят, что думаете по поводу этой пушки, не забудьте также подписаться на канал, с вами был Антон, всем пока.